Своими руками сошьем игрушки сами. Детский дом творчества города Фокино открывает набор детей и взрослых в студии кружка «Шьем игрушки сами». Для того, чтобы создать мягкий шедевр, требуется совсем немного желания и хорошее настроение. Мягкие забавные игрушки теперь можно создать самому, было бы желание и время. Новый педагог Дома детского творчества готова научить всех желающих создавать своими руками игрушки из синтепона и обычных капроновых чулков. Кружок только открылся 11 ноября. Приглашаем ребятишек с 3 по 7 класс, потому что игрушки более сложные. Но, может быть, и малыши придут. Вот таких мышек с ними пошьем. Если малыши придут к нам. Вот. Также приглашаем взрослых по субботам на мастер-классы. Он находится на Постникова, 3, кабинет номер 1. Что мы делаем? Мы из колготок шьем игрушки. Вот такие вот. Пока представленная коллекция игрушек выполнена в основном самим педагогом. Но в будущем рукодельница надеется, что желающих создавать мягкие шедевры станет больше, и они смогут организовать настоящую выставку. В основном мною выполнены работы, потому что я недавно только в этом городе, буквально 2 месяца. До этого мы шили в Архангельске с ребятишками игрушки. А материал колготки и синтепон, также краска, чтобы раскрасить игрушки. А по выполнению, ну, в зависимости от сложности работы. Какая-то может быть, вот мышки буквально за 1-1.5 часа можно сделать, каких-то кукол в течение дня. Записаться и узнать необходимую информацию о кружке можно в Доме детского творчества. Спешите, количество мест ограничено.